сны оказались тебе не нужны. Да и сама я тебе не нужна. Супер-баран. Супер-баран. Мой любимый день пребывания на рынке. Хизрия Юбовича. О, какой красавец, а? А другого вот этого? А не худоват ли он, а? Ну, я... Мне кажется, он в своей смерти умер. Нет, нет. Чисто балбана. Они одинаковые. Короче, корейки. Оба стороны. Да. Ноги сними мягко. Порез на шашлык. Вот это самое. А они вот такие вот пиндюрочки. Убери, а? Не. Это... Я буду материться. Ну что, я буду врезать это. Крупный кусочек. Не совсем большой, а это. Да. И замаринуй, пожалуйста. А хочешь, не надо? Не, не надо. Что? Туда колен точно надо? Да, все замаринуй. Ну, все равно обманывать. Не буду обманывать. Нет, принц. Да. Мак-то глиц не совсем соленый. Да. Подломился лед душа, оборвалась. Камнем под воду пошла, а беда хоть и жила, да за острые края задержалась, да за острые края задержалась. Приехали. И беда с того дня ищет по свету меня. Вслед за ней идет молва с кривотолками, то, что я не умерла, знала голая ветла, да еще перепела с перепелками, да еще перепела перепелками. Он настиг, меня догнал, обнял на руки, поднял. Рядом с ним в седле беда ухмылялась. Ведь остаться он не мог, был всего один денек, а беда на вечный срок задержалась, а беда на вечный срок задержалась. Чья песня? А Владимир Высоцкий. А кто ее пел еще? Первым пел Алла Пугачева. Первый. Творческий вечер Аллы Пугачевой. Нам просто нечего делать в пробках, вот и все. Исполняет Хизри Аюбович. Мне запретили тебя называть Ютубович. Правильно сделали, да. Слишком рано, а быть может, слишком поздно. Никому не верю я, как прежде. Море счастья обмелело, и река
река любви замерзла, но осталось озеро надежды. Море счастья обмелело, и река любви замерзла, но осталось озеро надежды. Озеро надежды, все как есть при них. Пусть никто не понял, ты меня пойми. Озеро надежды, имя назови. И скажи, куда мне деться? Моей любви. Браво! Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Поехали. Я не хочу этих мелочных сцен. Я не хочу идиотских обид. После твоих бесконечных измен. Это все остается. Сердце уже ни о чем не болит. Впрочем, себе одного не прощу. Я обещала, что тебя не впущу. Я никогда тебя в дом не впущу. Но открываю проклятую дверь мимоходом. Ты обидел меня мимоходом. Ты стал крутым непонятно с чего. И обижаешь, обожаешь себя одного мимоходом. Ты обидел меня мимоходом. Ну ладно бы я, но скажи мне, за что? Ты сам себя превращаешь в ничто мимоходом. Что забыл? Я доверяла тебе свои сны. И до утра ждала я, сны оказались тебе не нужны, да и сама я тебе не нужна. Сотни поклонников дарят цветы и намекают на личную жизнь. И говорят, Аллочка, ты же звезда, ну откажись от него, откажись. Этими ходом. Ой, гляди, какая стоит Аллочка. Ты обидел меня мимоходом. Ты стал крутым, непонятно с чего. И обожаешь себя одного мимоходом. Ты обидел меня мимоходом. Ну ладно бы я, но скажи мне, за что? Ты сам себя превращаешь в ничто мимоходом. Смотри, мы сейчас проезжаем на 40 каком-то километр, разворот в обратку. И как Абатурова ехать, помнишь, нет? Ну, примерно, да. Ресторан «Сказки», и мы сворачиваем. А мы еще не проехали 45 километров. Метра мы не проехали, во-первых. Да, еще далеко. Ну так что ты мозг? Я к этому времени напоюсь уже, блин. Мимоходом, ты обидел меня мимоходом. Ты стал крутым, непонятно с чего. И обожаешь себя одного мимоходом. Ты обидел меня мимоходом. Ну ладно бы я, но скажи мне, за что? Ты сам себя превращаешь в ничто. Мимоходом. Давай, пой, за что тебе деньги плачу. Хорошо, я вечером попрошу с тебя. Видно, мати моя, ты ночей не доспала, и вот
побила мене у поля край села. И в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний на щастя, на долю дала. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний на щастя, на долю дала. Хай на ньом цвіте росіяніста дорожка, і зелені луги, і соловів, і нігай. І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі дорожі твої. І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші, блакитні твої. Я візьму той рушник, простелю, наче долю. В тихім шелесті трав шебетані дібро, і над тим рушничковий оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і любовний, і над тим рушничковий оживе все знайоме до болю, і дитинство, розлука, і твоя материнська любов. По-моєму, неплохо. Ну да. Так, караоке грає. Зараз. Там, де гори полоніні, де стрітники покеріти, де смирічки генерос май. Л'ється пісня над простори, і на сина наше море, проміні мій рідний край. І у синю даль одна гора миліне пісню ця про чудовий край. Чарівний край, Черемоша і Крута. Край, мій рідний край, пісенний край, засяся і труда. Ти моя любов, ти рідно матинко моя земля. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Приїжджайте, Прикарпаття, приїжджайте, люди добрі, даже будуть раді вам. Кривом силі вас зустрінуть, файну пісню запівають, шану нашим світлі дням. І у синю даль одна гора миліне пісню ця про чудовий край, чарівний край, Черемоша пруда.
мой край, меридный край, песенный край засятия и труда. Перидно, матенька моя земля. А где мой телефон? Мені не піснюця про чудовий край, чарівний край Черемоша і Прута. Край, мій рідний край, пісенний край засяття і труда. Ти моя любов, ти рідна матінка моя земля. Подъезжаем, что ли? Да. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Ты должен для начала представиться. Меня зовут Рауф. Дорогие друзья, представляю вашему вниманию. Мастер-шеф, шеф-повар. Да, 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 да. Родился, глаза открыл, вот это видел. Так. Принимаю заказы. Откуда ты родом? Город Баку, Азербайджанская ССР. ССР. Да? Азербайджанская ССР. У меня много бакинцев, кстати, подписчиков. После да? моей успешной поездки в Баку. А я думаю, среди них будут те, кто меня узнают. Ты считаешь, что ты популярный человек, да? Да, да, да. А если даже не был, то станешь. Хотя, конечно, я уже давно эмигрировал. Представь своего сына, звезда, можно сказать. Сын Гулиев Даниэль. Танцует, поет, рисует. Танцует. Я считаю, что просто профессионал. В театре Тодос, театр-балет, да, как-то его правильно называется. Да. Мы знаем одного там Эльдара Гайнудинова. Да, нет. У нас на Новый год, он у нас на Новый год работал. Так мы друзья, я у него в подписчиках. Сейчас все измеряется в подписчиках, в количествах. Да, да, он говорит, мы друзья, я подписчик. Боже мой, я боюсь этого человека уже. Он всю дорогу мне портил настроение. Очень злой, очень серьезный. Очень злой, потому что он голодный. Сейчас мы его покормим. Очень серьезный, уважаемый. Вкусный, куряшкой. И все будет замечательно. Так, ничего подобного я не могу найти. Ну вот нет, это не то, это не из этой серии, это тоже... Баранинка, да? Это баранина, все, но я подбираю, понимаешь, я подбираю правильные куски по теме. Здесь же очень важно, чтобы прожарка была правильный кусок куску. С каким-то таким ты садизмом насаживаешь. Не садизмом, я бы сказал, с неким энтузиазмом, неким таким аппетитом. Это же все делается с душой. С душой. Видел этот первомайский рецепт первомайского шашлыка? Да, да, да. Все это с душой надо делать. А вчера тебе случайно хизды прислал. Ну, Максимус, это ваше рук дело. Ты знаешь, для меня это самая ржачная тема. Вот ты... я не могу, просто у меня истерика. Ну, слушай, ну, ржачно, ржачно. Ну, я понимаю, конечно, все. Ну, не все же строится через это. Сейчас выключишь, хотя я анекдот расскажу. Ой, посмотрите, какая красавица. Посмотрите, какой красавец. Я обожаю эту собаку вообще. Посмотрите, какой классный. Сережечка в ухе. Красавец. Бусь. Тошка тебе привет передает. Я не могу. Вся красота вот в этой страхе. Красавец. Буся. Камера. Я всегда с собой беру видеокамеру. Чтобы без дела не стоять. Рассказывай. Что рассказывать? Где ты работаешь, чем занимаешься? Временно не работаю. Вот зарабатываю, вот люди так приглашают, говорят, пожарь нам. У нас тут мероприятие, я прихожу, подрабатываю. А что делать? Семью как-то надо кормить. Моя красавица такая, я не могу. Это же не морда, это же вообще с ума сойти. Ее вот так морду, посмотри. Да, да, посмотри. Да. Ты же обезьянья мордочка, посмотри. А ты в Инстаграме не подписан на главного мопса страны Чубаку? Нет.
Чубаку. А, Чубака, я знаю. Это же вообще... да, не... Калитка, калитка, да, но дом закрыт. Но там машина. Машина моя вот стоит. Да. Это же вообще, это же просто прелесть. Моя такая. Красота, да, мой дед. Сколько уже лет? 11. 11, ой, уже. Не понимаешь, что даренному коню. Да, умная девочка моя. Дай мне ручку, дай лапку, дай лапку. Дай. Молодец. Ай, молодец. Дай другую сейчас. Оксан. Да. Да ничего, ничего. Вы нам не мешаете. Да? Я слушаю. Пусть, пусть, да. Дай я тебе поезд. Дай, красавица такая. Привет. Кому хочешь привет передать? Всем. Всем? Как тебя зовут? А? Как зовут? Ева. Ева. А кому привет передаешь? Всем. Ну кому всем? Всем, кто есть на планете. Ты тоже привет хочешь передать? Кому? Призадумалась. Оксанке. А, хорошо. Какая Оксанка? Двоюродная сестра наша. А, хорошо. Оксана, тебе привет. Николь, иди сюда. Кому ты хочешь передать? Привет, хочешь передать? Кому? Не знаю. Не знаешь? Ну, хоть кому-нибудь привет передай. Огурцу привет передай. Скажи, огурец, тебе привет. Привет, огурец. Кушайте, дети, на здоровье, кушайте. Нет, дети все съели. Ну пожалуйста, хорошо, я пусть сидят, тебе нет, что, ну можно же было порезать. Мне не жалко, они сейчас есть не бухи есть. Ни в коем случае больше не бить. Обращение к Максу Мещерякову, он же Капуста. Ты знаешь, у него печка Капуста? Да я же знаю, мы же ему и дали. Да? Конечно, это же с циркового еще. Макс, слушай, мы тебе передаем привет, большущий. С Подмосковья, с природы. Да, 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 ты такой. Я знаю, что ты нас смотришь, поэтому мы тебе передаем привет. Мы тебя я знаю, что ты нас любишь, а мы тебя еще как. Все. Так что будешь нам сейчас завидовать. Да. Давай. Это было мощно. А я вот так. Что-то, по-моему, не очень пружинит, тебе не кажется? А я вот так могу. А я вот так могу. Раз. А сегодня, кстати, что-то я смотрел, там ваша Алла Духова, какой-то праздник у них там, нет? Не сегодня или вчера был? В Инстаграме. Сегодня. Что-то где-то они там что-то отмечают. А ты еще занимаешься прям там, да? Да. Вот в следующей неделе. Пойду. Я летал. Давай, давай, все давай сюда. Пойду больной. Давай. Не пойдешь. На нашу экскурсию. А умеешь? На колени, потом... Да. Все, хватит, попрыгали. Пошли, пошли. А, на колени. Все, пошли. Давай. Опа. Как тебя зовут? Николь. Николь? Да. Красавица Николь. А, И все, что ли? Где салют? Один дымок остался. Больше дыма. Это больше крику. Завершение. Хорошее завершение вечера. Антон, еще! Антон! Я не знаю, кто вы, но давай еще! А кто такой Антон? Почему у нас вас басаев ходит? Ну,